Каждого человека меня обижают люди, хотя им кажется по-другому, хотя им кажется, что все нормально. Я хочу сказать вам за это большое спасибо. Почему? Потому что вы меня мотивируете, стимулируете, вы меня воспитываете, вы делаете меня сильнее. Потому что когда вы не будете меня обижать, обманывать и предавать, я пойму, что я уже не здесь, а там, и что рай – это, наверное, все-таки вещь скучная, потому что вслед за печалью, благодаря вам, приходит радость. И для меня радость такая яркая, благодаря вам. Будьте здоровы, будьте счастливы. Пусть радость вам придет в таком же виде и качестве, как и ко мне. Мои недоброжелатели, если у меня есть враги, мои враги, я не люблю вас, но уважаю вашу позицию, потому что она делает меня сильнее. А сильным себя, елки-палки, ощущать-то все-таки так классно. Благодарю вас.